Сейчас красавчик такой, 5 Олег, тебя как самца не смущает, что Даня больше зарабатывает? Ты чё? Ты чё делаешь, ёпта? Ну, мозг получает настолько много дофамина, что начинает бить через префронтальную кору. Через две недели. И префронтальная кора затихает. Ты, блядь, не знаешь, с кем ты имеешь дело, черт вонючий, блядь. Я запрещаю тебе, блядь, говорить такие вещи, блядь, понял, нахуй? Черт, блядь, и отправляю тебя, блядь, на Луну, блядь. Повелеваю прямо сейчас. Что за хуйня, блядь? Погодите, блядь. Давай, а что там за хуйня? Ходи сюда, блядь, быстрее. Ёбаный в рот, что это, нахуй? Блядь. Дурак, он тебя наёбывает, нахуй. Пожарки, зам, всё. Пожарку вызывай быстрее. Будешь гореть и орать, блядь. Орать, блядь. Проведу первый стрим без маски. Я знаю, ребят, я знаю. Какой смысл строить планы, мечты, цели в мире, который от тебя не зависит, и жизнь твоя может завтра прерваться? Я тебе скажу, безделье — это игрушка дьявола, во-первых. Во-вторых, занимайтесь спортом, не надо там по углам курить, шабить, дрочить, бля, мастурбировать, что, конечно, многие одно и то же. Просто безделье — это игрушка дьявола, я повторяю, все же. Это база. Вылазь, Эльдар! Да вылазь, блядь! Блядь, иди ты нахуй, Эльдар, пиздец! Ебать! Ебать! Пизда! Уничтожу, блядь! Её не устроило то, что я вчера ржал. Кстати, я ржал вчера над видео. Ну, мебель и чеснок там создал про меня. Мебель и чеснок. Да, блин. Да, я. Я стрим провожу, Люся, блин. Потом сделаешь, блин. Да, блин, я Люся. А ну-ка, взять тебя в руки. Нахуй отсюда, просто нахуй. Нахуй все это. Все это нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй и все. Не хочешь, тогда иди нахуй с моего стрима, блядь. Все, все разбежались, все ушли с канала. Всем удачи, до свидания. Гармонии всем, сокровенного блаженного, и да пребудет с вами благодать. Во веки веков.